Друзья мои, мы приехали в Европиан деликатес. Я хочу рыбки красненькой. Мужчина меня привез. А, в 9 часов вечера. В 9 часов вечера. Вот. На первом, да, наверное, нужно лицензию. Так, сейчас вот творожок возьми. Израильский какой-то фермер. Ой, сильно я в этом сомневаюсь. Что? Что он израильский, держи. Сюда израильский. Ага. Видишь, почему нам? А с творогом у нас как-то не очень, да? Ну ладно, возьмем. Нет, этот мне не понравился по вкусу. Возьмем вот этот без литовский. Боржоми. Боржоми. Ржоми. Что, нам тут что-то надо? Не надо. Wild Bell, да? Да. Рыбку красную, вкусную. О, смотри, масляная. Интересно, что кусок стоит масляный? Ну, 29, наверное. Обалдеть. Это круто. Да, это, наверное, не масляное, это просто на нее похоже. Смотрите, какие чебуреки. Сосиски в тесте и беляши. Как с картинки. Но уже вечер, просто все убрали, а так еще вот колбаска есть, там какие-то вот стейки. В Америке скоро Истер, и поэтому тут все на Пасху уже выставили. Огоньки, видите, в тем, ну, цвет праздника. Тут они все праздники у них по цветам поделены. Всякие дождики даже специальные. Это для экс-хант, для охоты на яйца. Вот, видите, это на дверь повесить, можно там всякие. Кошелочки, чтобы пойти охоту на яйца, собирать яйца сюда шоколадные. Как-то так. Все всякие салфеточки, полотенечки, вот, даже тарелочки, видите, какие одноразовые. Салфеточки, вот эти вот штучки мне понравились, если честно, не легенькие такие, но прикольные. Дорогие друзья, вот такой сегодня у меня ужин. Купили мы это в Сабвее. Виктор Николаевич сказал, что нам будет плохо от них. Ну, в общем, ни разу в Сабвее суши не покупали. Такая тут, сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, в общем, восемь, где-то восемь, десять суши. В общем, сейчас попробую. Стоили они $10? $10 за одну. Мы купили две, но мне одну максимум, мы суши любим. Ребят, всем привет! Самое, как говорится, солнечное калифорнийское январское утро еще пока что у нас. У нас все те же дела. Я не вижу, что я вам там снимаю. Вот, у нас все те же дела. Мы едем за собакой. Все по тем же делам, подписывать договор. Никак мы это не сделаем. Но, надеюсь, сейчас уже определимся. Ну и посмотрим с вами, кто это будет. Так, ребят, берем с вами коробочки из нашего багажничка. Вот они разлетелись. Тут благополучно идем сдавать. Благо, Amazon можно легко сдавать. Ребятки, иду сафейчик по-быстрому. А почему? Вот она я, красавица. Иду. Давай, открывайся. Я пришла. Сафейчик, ну почему хочу взять тортик? Ну или кексик, или тортик, что-нибудь такое. Ребяткам, потому что у них такое титаническое терпение, что ездим там, мы выбираем, мы думаем, нам фотки присылают. В общем, мы благодарны за человеческое такое отношение, вот, к нам. И мы хотим тортиком взять. У нас уже Валентинов день. Вот, пройду вам через эту часть. Нам все равно в ту сторону. С размахом, конфеты с размахом. Маленькие, большие, какие хочешь. Вот, поэтому сейчас мы быстренько с вами возьмем тортика. Ну, тут празднуют Валентинов день. Мы-то, конечно, нет. Я на Валентинов день, знаете, как говорю. Надо весь год друг друга любить.
Они до Валентина в день только, эти подарки. Так что не верю в этот праздник, так сказать. Для меня не праздник. Вот они, тортики. Сейчас что-нибудь я выберу. Не знаю что, но что-нибудь возьму. Смотрите, какая красотища. Красотища, вкуснотища. Так, все, мы приехали. Вот Виктор Николаевич с тортиком. Да, Виктор Николаевич? Вон, два этих самоката стоят. Все, мы приехали. Сейчас идем к нашим псинкам. Ты, боже мой! Какое умиление! И такой сладкий. Имя, правда, тебе дали. Мать моя женщина, животное. Да. Хорошее имя, очень хорошее. У нас называют часто здесь, как он называется, Стич. Мальчиков Стич. За счет мультика, знаете? Да. Вот. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up, I'm not. I think it's odd how we always wait another day. How we watch things the kids walk away. Еще Максимкина тут стоит, с собой мы домой повезем. У него он такой же. Я что-то сегодня много взяла, но очень. Хотела черненькую, забыла сказать. Кто хотела? Хотела черненькую, маленькую тарелку, положи на большую. Взлетаю. Убирай шасси. Пузом болит. База, база. Да, все, красивая разведка закончилась. Да. Ребятки, мы сегодня... Мы ездили, в принципе, за вот этими вещами. Я их заказывала на картерсе онлайн.
Картерс офигенское, уникальное качество, оно мне очень нравится. Вот. И забирать нам пришлось их в самом магазине, эти вещи. И так получилось, что там у них было 70% скидки на какие-то вещи. Я еще что-то кое-что прикупила, сейчас я вам покажу. Так, это я купила прямо в магазине с офигенской скидкой. Вот эти вот брючки спортивные. У них качество такое классное. Стоили $28, а я их купила вот за 7. 75% офф. Они потому что последние оставались. По-моему, очень хороший дил. Потом у нас уже он со всех костюмов вырос, и я вот увидела вот такие две. Попробуй. Я ему гулять их купила. Две такие кофточки гулять. Вот, они такие флисовые, мягенькие. Они одинаковые, просто разного цвета. А что-то они там тоже стоили прилично. Вот, сейчас покажу. Стоили не $36. Купила я их по $11.99. 67% офф. Очень классные. И внутри такие флисовые. Просто кофты офигенские. А это уже я заказывала с самого магазина. Мне кажется, вот эти похожи штанишки. Вот те и эти. Но эти дороже штаны стоили, не $6. Эти я брала с сайта. Сейчас я скажу. Они стоили 20... А, нету этого. Этого нету. Они $8 эти штаны стоили. Я сама знаю. А вот кофты не скажу по скидке, что были, потому что нету ценника. Нету накладной. И вот такую я к ним купила кофточку. Я вообще покупала отдельно, но смотрится как костюм, да? Такую вот. Тоже все 12 размера. Кофточка 26 стоила, это реальный прайс, а вот не осталось. К сожалению, сейчас посмотрю, может они сюда что-то вовнутрь положили. Нет, нету ничего. К сожалению. Ну, в общем, что-то там $10-12 все было. $22 вот такая вот пижама стоила. Набор из двух пижам. Это самое дорогое, что было. Две пижамы за $22. Ну, обычные штанишки вот такие. Максим у нас в пижамах ходит вообще как в домашней одежде. Это не как пижама используется. Вот. Двое штанишек вот таких вот. И вот такие вот кофты. Тоже две к ним. Вот такие. Получается, одна пижама вышла $11. Но это я тоже на скидке брала. Потому что там что-то изначальный прайс, он нехилый. $44. А я полцены брала. У нее 50 офф было на сайте. Вот, за $22 обе я купила. Так что вот такой вот у нас сегодня, как говорится, улов. Эти две я брала прямо в магазине с большой скидкой кофты. Вот и штанишки рыжие. Вот такие вот дела.